Помаши ручкой. Привет. Покажи. Сижу, не отвертку между пальцев засунул. Слава Богу, что не между глаз. Покажи. И проткнул прям, да? И теперь пьем этот, как его, антибиотик. Покажи, как ты. Ну как, что ты? А ты вот эту штуку менял? Нет. Так надо поменять, снимай эту. Мой завтрак. Яичница. Три кусочка колбаски. Сейчас еще немножечко осталось. Сейчас запекутся эти сопельки с краю. Этому человеку было сегодня плохо. Да, Григорий приболел. Было не очень доброе утро. Да. А Афанасий одевается. Сейчас пойдет играть, да, сынок? Капутал. Да? А кто тебя разлесил? Мамулечка добрая. А, мамулечка добрая? Сегодня мамулечка добрая? Да. Мам, почему мы здесь вот за розетку не сделали? Вот почему? Ну, я не знаю, сынок, мы забыли. Сейчас надо вот туда, вот ловиться под дверь, чтобы... Ну что, теперь у меня сегодня два больных. Гриша-то уже выпил энтеросгель. Тебе уже лучше, Гриш? Да, но после того, часик после того, как я выпил, животик, а потом гордом застоялся. Да? Теперь папа привез Антоху со школы, ему тоже плохо. Походу, ребята чем-то отравились. Оливье! Угу. Колбаса просроченная. Да это не колбаса просроченная, это кто-то вчера его не убрал, положил в холодильник. Мама, оно стояло совсем мало. Ну, мне кажется, что немало. Оно мало стояло. Я его убрал, когда даже в комнате не убирался еще. Да? Мне кажется, что надолго стояло. Антоха приехал, я сейчас ему тоже в чае разведу энтеросгель. Мам, знаешь, что неприятно? Что? Ну, оно же как гель такой. Да. Ну, он-то и есть гель. Сейчас буду готовить борщик. Здесь у меня бульон. Чистая кастрюля, как всегда, его процедить. Овощи. Осталось еще чеснок, зелень и капуста. Болгарский перец будет замороженный. Так вот выглядят дети, которые выпили энтеросгель. Они уже через час просто пляшут. Я хочу показать, что мы привезли из Архыза, даже забыла, как называется это место. Вот себе я привезла тапки. Сейчас в них хожу и не могу просто нарадоваться, какие они легкие. Я их вообще не чувствую на ногах и какие они теплые. Явно они и у нас продаются, но я как-то на такие товары не обращала внимания. Такие вот тапочки, они для меня 39 размер, ну вообще ношу 38, ну то есть не суть, да, их не обязательно размер в размер покупать. Теплые-теплые, родные тоже такие же купили. Вот, подошва на них такая комнатная, знаете, одно название подошва, но здоровские, мне очень нравится, теперь вот уже 2 дня их ношу. Пастила, это яблочная, на самом деле не особо зашла, мне больше всего нравится пастила сливовая, для меня она мягче всего, и вот эта кислинка очень приятная, это яблочная, ну будем резать, Сержуня режет, я яблочную и абрикосовую резать не могу, она достаточно трудно режется, абрикосовая так вообще. Тут после завтрака несколько пастилы осталось, а эта чучхела, она вообще обалденная, несколько штук поделились с роднёй, и вот еще осталось, это с фундуком, больше всего понравилось с грецким орехом, вот прям супер, потому что там ореха достаточно много, здесь вот он по одному орешку, и больше вот этого вот желе, что ли, вот, а грецкого его прям очень-очень много, поэтому с грецким я бы посоветовала. Еще у нас была пастила с грецким орехом, она тоже обалденная, в общем, всякие такие сладости нам очень понравились. На обратном пути еще проезжали Белоречку, там купили клубнику, ее, естественно, уже съели, мы, например, свою сразу с Лукошка съели в машине. А родне тоже привезли, они тоже вроде бы доели. Клубника такая ничего, кстати, по вкус от клубники есть, не такой яркий, как летом, но вполне себе может быть. Вот. Так что от Архыза до сих пор разговоры, разговоры от этого сюрприза, который Гришке подготовили. Вчера даже не снимала влог,
из-за того, что мы отходили морально, восстанавливали какое-то такое вот домашнее самочувствие, потому что путешествие — это, конечно, здорово, эмоций куча до сих пор. Мы все это перевариваем, вот, но очень понравилось, очень. Все овощи, кроме капусты, уже здесь, еще томатную пасту сюда добавила, немного домашнего томатика, сейчас жду, когда все закипит, ой. Вот, а пока решила прокипятить чайник, потому что слышите, как он, какие он издает звуки. Вот, сейчас добавила туда лимонной кислоты, вот сколько было в пачке 100-граммовой, даже не знаю, там половина пачки лимонной кислоты. И сейчас жду, закипит, немного постоит, и все, и буду выливать. Надеюсь, что очистится. Там накипи очень много, то есть даже по звуку уже слышно, что чайник, конечно, трудно ему греться. Тут процесс идет. Все, сейчас буду выключать. Он у нас, кстати, не выключается. Мы его выключаем, но обычный на газу не покупаем, потому что не знаю почему, уже к этому привыкли, бошевскому. Ему уже больше 5 лет, но он прекрасно работает. Единственное, не отключается, но уже, знаете, привыкли, что ставим чайник, и дети уже так радуются, бегут его выключать. Это все от воды у нас, она, конечно, такая, соли в ней много. Так, у меня тут продолжается расхламление, все по 15 минут, сейчас опять засеку себе будильник. Здесь прям на полках стало заметно чище. В гардеробной, вот у меня прям по плану расчистить гардеробную. И вот этот вот шкафчик. Тоже здесь игрушки у нас, здесь где документы, тоже хочу навести порядок. Но я не могу, знаете, целый день здесь закопаться и рыться. Ну, в смысле, у меня жизнь двигается помимо уборки еще, да, нужно то учить уроки, то возить везде детей, поэтому сейчас я приступаю к полочкам. Вот этот вот низ меня сейчас ждет. В общем, засекаю 15 минут, все, что успеваю, делаю, нет, значит, все останавливается и ждет меня завтра. Что у нас тут по уборке? Вот эта вот стопочка вещей осталась. Вот это в мусорку, а вот 2 пакетика. Это на работу Сержуне, как это, трактористам, которые сейчас ремонтируют трактора, вытирать руки. Вот. Здесь все чисто полностью. Я здесь уже вчера, знаете, с Гришкой разговаривали, и он мне говорит: это как воздушный шар, ты выбрасываешь все лишнее и летишь дальше. Короче, как-то так он сказал. В общем, здорово придумано. Так что мы как на воздушном шаре выбрасываем все лишнее. Вот тут еще предстоит выбрасывать все лишнее. Хотела сейчас пойти на улицу, думала там немного поубирать, но слышу такие комментарии. Сейчас послушайте. Поехали к нему. Так, пинали. Ты что, с телефона крутила? Ну что там, сынок, кричит. Красавчик, давай, давай. Как ты говорил? Красавчик, давай. Нет, не буду. Ой, нужно поножку взять. Так, давай береги и поножка. Опа, сипки. Он нам дай. Я забом. А, это же наши ворота. Это нас хватали. Че, хотел себе гол забить? Нет. И с углядом. Нет, не забил. Косавчик, давай. И камон. О, посипки. Нет, не посипки. Это не твой красный, не твой, ты в белом? Нет, да, мы белили.
высоко. Он высоко будет, а он высоко вдали. Так что, какой счет, сынок? У нас один, у них ноль. Уже отлетаем. Да? Да. Так это кто выигрывает? Вы? Да. Но нам нужен еще один гол. Да? Угу. А если не будет еще одного гола? Вот. Начинается? Да, начинается. И опа! Так, где тут красавчик? Вот он нам кинул. Ему. Ему давай будем бить. И ему. Красавчик. Молодец. Соленован. Красавчик. И забыли. И давай беги и по носку делай. По сипке. Что дай нам. И. Нет, нам не добить. Потому... На, по ножку. Цена, как кто тебя научил играть? Я сам научился даже. Да? Я всегда по ножке его отпинять. О, они побегают, сказали. Да? А мы бегаем, у нас уже один год. Нельзя. А мы что, плохие? Мы что, плохие играют побольше? Ну, начинаваться. Надо тренироваться? Да, давай. Ну что? Давай, бей ему и... Давай, беги ему пинай. О, посипки. Бью. Забирай, сынок. Да куда он пинает? Он что, нам может... Нам она пинает в ворота. Так, ну я пойду на улицу, хорошо? Хорошо. Слушайте, я вышла сейчас на улицу, а у нас туман до сих пор. Вот уже 3 часа, но туман никуда не делся. Представляете, как тут сыро. Такие вот капельки росы на веревочках висят. Поэтому у нас тут такая же влажность и в воздухе, получается, витает. Ну что, 15 минут закончились. Такая вот тачечка сухих веток от дубка образовалась вот здесь вот. Ура! Сейчас покачу ее на мусорку. И пойду подкидывать дрова в котел. Все-таки на улице круто, прям очень хорошо. Я прям счастлива. Фух, что у нас свой двор. Папа приехал домой. Григорий делает теперь ему массажик. Что это? Что? Где что? Это Гриша у нас лучший массажист. Нет, я. На хуторе. Что тут делает молодой человек? Вот, смотри, она дралась, чем это. Дралась? Да. Кто дрался? Вот там мы лезли, она вот так, я ехала, она вот так и киса, эти две части сломались. Киса сломался и гусь сломался. Да ты что? Даже сломался. Даже она не погает, она проигрывает. Проигрывает? Маленькая проигрывает? Да, но Солену она меня любит. Она тоже хорошенечко меня любит. Но кто Солену... тебя любит? Это, она едет, и я тоже, он. А ты кого любишь? Тебя. А меня? Да. Покажи, что ты нашел. Это от Гришиного портфеля, да? У Гриши вот такая фирма портфеля. Гризли вам, друзья. Я фоне теперь играет. В общем, такая клевая штука, у которой одна нога и одна рука шевелится. Я фоне говорит, меня медведь укусил. Это вообще...
вообще-то динозавр идут. А, это динозавр вообще-то? Да, и что, перепутали? Мы перепутали, а вы ничего не перепутали. И как он тебя укусил? Вот так, за ног. За ногу? Да, вот сюда, пам, зимой. Да? Может, и за голову может. Понятно, какие или... страсти маме рассказываешь. Или нос. Ну да, и за нос мог, да? Или за зуб. Или за язык. Так, мне нужно делать два набора на Кристины, крестные крестному, соответственно, сделала уже трафаретики. И еще будут дополнительные прянички. Вот в коробке я их разложу красиво, сердечки. Прежде чем печь пряники, буду подкрепляться. Здесь пол пачки творога. А здесь малина, которую мы купили в Архызе. Она потрясающе вкусная, с сахаром уже сразу, потому что наши все соусы, наши заготовки малиновые закончились, не успев начаться, поэтому сейчас будет такую вкусноту. Сделаю себе такой малиновый а-ля чай. Просто. Уже вы дружно играете? Хорошо. Буквально там 2-3 ложечки кладу сюда. Заливаю кипятком. И, в общем, немного холодной воды еще добавляю, чтобы был уж не совсем кипяток. И пью. Сейчас сразу немного холодный. Не люблю просто кипяток. Для кого-то это бурда, я это люблю. Вот сейчас кипяточком, чтобы было тепленько. И все круто. Сейчас это съем и с хорошим, просто обалденным настроением буду делать пряники. Ну что, сейчас быстренько покажу, что у меня получилось. Прянички с ангелочками. Крестильные рубашки. Крестики. В общем, это набор для крестных. Для девочки с очень красивым именем. Все, завтра все сфотографирую, упакую. Я спать. Всем спокойной ночи. Час ночи. Я по традиции иду спать.